Это современное здание больницы скорой помощи меценат Киван Аднан подарил одесситам. Он вместе с командой строил ее на благо жителям и гостям нашего города. В больнице пациентов должны были обслуживать бесплатно. Здание расположено на территории 10-й городской больницы. Построенное по новейшим технологиям, оборудовано лучшими операционными и палатами. Больница должна была спасать жизни, но не при Труханове. Город принял больницу скорой помощи 8-9 месяцев тому назад. За это время больница так и не заработала. Труханов хочет перепродать медучреждение и в очередной раз прикарманить несколько миллионов. К слову, больницу планировали завершить 15 января 2017 года. Но благодаря слаженной работе всей команды, ее строительство закончили 12 июля 2016 года. На полгода и три дня раньше. Меценат Киван Аднан строил в самое тяжелое для Украины время – в 2014 году, во времена революции, начало АТО. Все силы и средства меценат потратил ради спасения жизней одесситов. Сегодня больница находится в собственности города, на его балансе. Труханов не запускает ее, потому что хочет перепродать медучреждение и в очередной раз прикарманить несколько миллионов и нажиться на подарки мецената.